estava lá fora. Mas a mãe nos casou e desmeritou o filho e deu-me um seguidor. Vou-te visão e passou. E vou nada tocha na casete. E воровку тем более. Потому что она его подставила и сама себя тоже. Понимаете, обокрался. Понимаете, это очень плохо. Потому что это нельзя же это врать и еще воровать. Это же произойдет, если ты наврешь или что-нибудь украдешь, тебя же в тюрьму посадят. Там, например, вот на 3 месяца сидеть. Представляете? Например, 3 месяца. Это очень долго. Или на 10 посадят. Ух, на 10 месяцев. Это ты даже еще состареешь. Потом это. Еще бывают, которые это. Прямо в тюрьме всю жизнь свою едят кости человеческие. И еще там дают похлебку, но она вообще какая-то слишком пересоленная, слишком пересахарная. И еще там кости добавили, еще там тухлое мясо добавили. Представляете? И еще там есть крылья. Крылышки вот такие, затухшие. Вот все, я про тюрьму рассказала. И, короче, на этом все.